И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Фокси, Нига, Робби и кто-то. Сегодня мы играем в Гаррис Мод. Хаюшки. Всем привет. Мы сделали, короче, SCP-096 скромник, но мы их увеличили, посмотрим, что с этого получится. Если пьете, кушайте, приятного аппетита, а я, пацаны, рекомендую отойти подальше. Так, подожди, они еще не бегут, они просто какую-то дискотеку устроили. Так, один уже побежал. Обрати внимание, они быстрее бегают, когда больше, да? Нет, он не догнал. Так, ну что, давайте начнем. Я тут. Они не пролезают. Пролезают. Не может. Не может пролезть? Ха, давайте нет. Уменьшим чуть-чуть его. Так. Будем сейчас. О, побежал в другую сторону. О, я третьего лица играю. Что происходит? Эй! Нет, блин, мы же в лабиринт договаривались бежать. Что такое? Что происходит? Пацаны, я живой. Беги, Димас, беги. Они не могут сюда зайти. Да. Слишком большие. Давай будем уменьшать немножечко. Уменьшить. Слегка уменьшить. Ой. Сильно уменьшил, да? Не? Пробегай! Блин, да что ж такое? Я не ожидал, что... Начинается, ребята, у нас, как всегда, веселье. Надеюсь, вам понравится. Поддержите лайкосиком. И подпишитесь на классный канал. Димас ТВ ролики выходят каждый день. Блин, давайте спаун поставлю здесь вот поближе. Мы сильно далеко спавнимся и бежать надо. Сейчас мы все запилим. Как всегда, у нас на высшем левеле все. Давайте поставим несколько. 3-4 штуки. Так. Там по лабиринту бегаешь. А я вот тут побегаю поверху. Так, они не могут пройти. Давай еще немножко уменьшим. Они крупногабаритные. Так, уменьшаем этого. И этого. А, о, я просто давай... думаю, может их сделать маленькими? Это вообще будет угар. А давай супер мелкими сделаем. Так мы их видеть не будем. Короче, договорились. Делаем максимально их маленькими, насколько можно. О, это будет жестко. Я уже вижу, как они сейчас будут телепиздрички маленькие бегать. Эй! Так, 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 дайте я пройду отсюда, а то мне не видно. Хоп! Я уже вижу, там детишки бегают. Так, уменьшить. По-моему, они. Большинство из них на меня сагрилось сейчас. О, все, побежали. Текаем. Да почему, а почему они не бегут? О, бегут, 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 бегут. Они за мной побежали, потому что... Серега, не ссы. Они... О, все, 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 бегут, бегут, бегут. Так, с этого момента уже начинается интереснее. Особенно, когда очень маленькие бегают. Знаешь, это скромник ребенок. А то его родители. Ой. Короче, мы в следующий раз возьмем карту, очень большую, и сделаем их на максимально больших размеров. А тут есть еще какие-то ловушки. Ой-ой-ой. Я попал в тупик. Не, лабиринт слишком легкий оказался все-таки. Да какой легкий? Они находят здесь. Может, ты думаешь, что он маленький? Так, давайте сюда побежим. Я вижу, там пацаны прыгают. Боятся вниз прыгивать, я тоже. Я их агрю на себя и вот прыгаю. Я хочу, чтобы было вообще мясо жестко. Так, ну чё? Ого, я их поставил. Нормально пойдет, пацаны? Да. Кто-то музыку выстреливает. А я вот сюда прыгну. Они сами себя мочат, Димас. Ой! И не только себя, и меня. Да. А что, мы сделали битву, получается, или что? Да. Я не знал, что они с разных паков не любят друг друга. Но ничего, мы затащим. Проигрывая постоянно. Я текаю. За мной гонится один из них. Я постою здесь. А я спрыгиваю прямо. Мама, 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 мама. Мне жопа. Кричат и кричат. А я хожу себе, гуляю, никто меня не трогает. Ой, он за ним побежал, не за мной. Так, 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 есть. Тебе это легко говорить, за тобой не гонится, маль. Да я просто гуляю себе. А, зачем ты на меня его ведешь? Убегаю. Нет, не догнали. Блин, Серега, что за говно? Блин, не сюда. Сюда, сюда, сюда. Не сюда. Беги. Я бы не хоплю. А я его в яму заведу. А тут не яма есть? А, Димас, он там сидит, я вернулся. Так за как его убрать? Я в тупике здесь. Стой. Серега, пацан к успеху ушел. Не фартануло, не повезло. Ого. Смотри, Димас. Рядом, рядом, рядом. Второй! А я рядом пробежал. Я через яму прыгаю. Хоп! Есть. Ну чё, кто ко мне? Я ж не знал, что тут ловушки есть.
Да, я только об этом. А как их включать? Пока. Никак. Он упал? Да. О, Серега, ты красава! Одного запоймали. Засловили. А где второй, который меня убил еще? А я не знаю. Внимательно смотрим сюда. Боже, они так кричат сильно. Надо писать стоп-саунд. То может психическая травма быть. Их у спавна 3 штучки. Есть. Так, побежали, Серега. А, это не... Так, сюда, не сюда. Сюда. Здесь не у сюда. Нас нифига. Так. Прикольно, ты себе скин взял. На мистера Миссикса. У него прикольный голос в мультике. Ай, мистер Миссикс, look at me. О, так ты вообще профи. Может, ты его озвучивал? Возможно. Так, пацаны, как тут ловушки включать? Одни сами активируются при на... О, а что это мы вообще понаходили здесь, в хате? Убежище от скромников. Так, спрыгиваем. Нифига себе. Кто же знал, что здесь еще есть подвал? Или подземелье? Ой, секретная лаборатория SCP. Че тут жмякать? Серьезно? Вы в лаборатории? О, заходим сюда. И че тут? А, видите меня? Я тут вентиляцию нашел. Куда она ведет? Не знаю. Че за говно? Ну че, обошли по кругу? Умные люди. Пойдем обратно. Знаешь, Димас, может усложнить это? О, привет. Еще поставить? Не скромников, а именно деды, которые через стены проходят, а? Все, я их ставлю. Вы готовы, хлопцы? Нет, не готов. Ой, это не те. Я вечно забываю, где они находятся, а они вот. Все, Димас, по-моему, этого хватит. Да, хорошо. Да что, прыгаем? Удалю чуть-чуть, сильно много наставил. О, вот так вот. Все, я спрыгиваю. Ребята, я с вами. Ого, это целая армия. При том, что... Знаете, вы... сзади? Ай, еще же есть скромники бегают. А что я не могу двигаться, говно? Блин, они через стены везде проходят. Я понял, чтобы выжить, надо сюда двигаться. Димас! Ого, че они такие злые? Я за вами даже пройти не могу. Они через стены лупашат всех. Еще и тут появляются. Сорока, они появляются даже туда, куда я начинаю только бежать. Ого, видели? Через стены сразу лупашат. Много поставил ты, Димас. Сильно много? Очень много. Да. Ну хорошо, удалим. Бежим. Удаляю, пацаны. Переборщил, я знаю, я могу. Ого, я их наставил. Серега. Так, пацаны, делаю все по новой. Летим туда. Я и спауна удалил. Все на кучу. Пойму. Офигеть, а кто музыка? Так, давайте я очищаю карту. Очистить. Чпоникс. Ого, а что не убирались эти пятна? О, я придумал, знаете, что мы сейчас сделаем? Я буду слендером. Не-не-не-не-не. Ни в коем случае не надо. Нельзя. Офигеть. Серега, беги. А чё я не могу убивать? Вау. Тикай. Я не могу вас мочить, что за говно? Зато я тебя могу ударить. Я просто беспонтовый додик какой-то. Я не могу никого мочить. А как я убил вас? Я же не понимаю. А был скример? Ты отключил ПВП, короче, я его включил. А, я знал, Серега, просто проверял, вспомнишь ли ты или нет. Да блин, ну Димас, так нечестно как-то. Ну я же слендер. Блин, ну так не убивает слендер. Хорошо, все, я не буду. Вблизи убивает. Хорошо. Надо вообще на него не смотреть, как по мне. Да, ты смотрел на меня, я видел твои зрачки, поэтому я тебя убил. Понял, Серега. Нормально? Пойдет? А меня за что? Я был отвернут. Не, пацаны, даже вы не можете меня убить. Слендер сегодня самый, наверное, жесткий. Даже сильнее из цепишек. Короче, я спрятал в лабиринте ядерную боеголовку. Если кто ее найдет, это и все, Димасу хана. Димас проиграл. А. Я даже не повернулся. Димас. А я смотрю, кто-то там... Не-не-не-не-не. Сегодня я мочу всех. Я не могу сквозь стены проходить?
Не могу. Ты можешь телепортироваться. Я ж могу тпхаться, точно. Ой-ой-ой, Серега, ты зря это сказал. Сейчас найду эту ядерку и... Ты не сможешь меня убить, ядерка. У меня очень много жизни, она меня не возьмет. Спорим? Ты даже не представляешь, сколько у меня жизни. Я ее найду, активирую и тебе... А я тебе не дам этого сделать, я тебя замочу. А я почти дошел до нее. Подожди, а где ты до нее поставил? Мне самому даже интересно стало. А я сейчас найду. Я знаю где. Где? Я лечу к тебе. А, сейчас прям. Дирижабль. Вот тут ты на вышке где-то. Нет. Нет, не на вышке. Значит, ты в башне. Нет. Все, Димас. Да блин, где ты, жопа? Я хочу тебя убить. Прощай, Димас. Давай, мочи. Подожди, Серега, я не дошел. О, я нашел ее. О. Даже Димаса накрыл. Не убьет, говоришь? Я офигел. Почему так быстро убило? Царь бомба. И друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока. Ау. It's delicious.